Господи боже! Бернард! Это Навальный! Главный герой находится в обществе, чьим устройством он крайне недоволен, чьи законы он не хочет принимать, и он стремится к большему, чем ему предоставляют местные законодательные рамки. Он находит вокруг себя единоличников, таких же недовольных раскладом вокруг личностей, с явными оппозиционными наклонностями. Бернарда травят, но он чудом выживает. И несмотря ни на что возвращается на родину, где его стремительно берут под арест и начинают судить. Все сходится. Каким-то образом еще в конце нулевых мультипликационная компания зашифровала послание о будущем, и никто, кроме меня, не мог разгадать его до сегодняшнего дня. Я хренов гений! Ну, либо у меня уже крыша поехала от того, что я смотрю. Совпадение или... Но случайность, так или иначе, а совпадение не думаю. Допускаю, что это совпадение. Сильное заявление. Уверяю, если это видео окажется в правильных руках, то оно станет популярным. Я надеюсь. Хайпанем немножечко. Всего хорошего и спасибо за рыбу.